образования университета в США, какой процент того, что ты получишь хорошую работу? Ну, я тебе могу статистику привести, что безработных с дипломом в Америке где-то 4%. Так, давай иначе построим. Только 4% выпускников с дипломом не находят себе работу. Ну, это еще зависит от того, из какого университета ты выпускаешься. Если ты выпускаешься из Гарварда, и там, наверное, 99,9 находят. Да нет, я думаю 100. Да, если ты из какого-нибудь левого выпускаешься, то там 50-60. Ну, сейчас на самом деле не очень такое время, чтобы выпускаться хорошее, потому что еще экономика не полностью, как говорят, отправилась от рецессии. Как это по-русски сказать? Да. You know? Да, вот. Ну, ты меня понимаешь, это самое. Вот. От кризиса, вот. Поэтому они не раньше. Если раньше, как по рассказам даже тех, кто вот работает в компании, общаются, они там набирали, ну, чуть ли не приходили к нам в школу и набирали народ. Говорили, ты, вот, хочешь работу. Теперь все по-другому. Вот, поэтому сейчас сложнее намного с этим делом. Посмотрим, будем стараться. Экономика восстанавливается или нет? Да, восстанавливается. Но не такими темпами, каким хотелось. Кому хотелось? Тебе? Мне бы, да. Ну, я думаю, не только. Ты из какой страны? Не, ну я же тут пытаюсь остаться, поэтому я о своих сугубо личных интересах сейчас говорю. Ну, почему? Напиши в этот Госдепартамент США. Я хочу работать на Госдеп. А, не, нельзя, тут надо быть с американским гражданином. Я же знаю. Не волнуйся, есть много людей с российским гражданством, которые работают на Госдеп. Да, ну я посмотрю, надо будет посмотреть. Подумай над этим вопросом. Не, ну и у меня нет с этим проблем, я работал бы. Слушай, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. У тебя в процентном соотношении и вообще в процентном соотношении количество, ну так скажем, какой расы преобладает? Какой чего? Расы. А, в моем институте? Да. Ну, у нас, наш институт всегда был как бы белым считался, ну, в основном белое, вот, такой очень южный, ну, как, да, белый, как сказать по-русски, ну, реднеки, просто на русский это не переводится, знаешь же, да, реднеки? Ну, я-то знаю, но ты подбери какой-то более-менее приемлемый термин. Люди, которые любят охотиться, там, рыбалка, вот таких у нас много. И всегда институт считался таким, всегда тут много белых училось. До 1974 года черных вообще не было. Ну а сейчас, естественно, как бы все это, перемены. Слышишь, если говорить сравнительно, это типа как хусер. Как где? Хусер, жители Индианы, как их называют? А, Hoosiers. Ну, да, Hoosiers, да. Да. Hoosiers. Вот, они что ж там такие? Ну да, ну про Индиану я не был там, я особо много не знаю. Ну да, у нас в основном белые учатся. Ну сейчас, наверное, где-то 70-30, вот так вот. Ну, никогда на этой почве особых проблем не было, то есть как все вместе. Слушай, скажи, пожалуйста, так скажем, зачем люди в третьем дивизионе играют в баскетбол, если вот ты говоришь, статистика показывает, что у них шансов очень мало заиграть? Ну